Всем привет. Сегодня у нас матч Ронни О'Салливана. И ну как же так? Ронни О'Салливана и Стюарта Кэррингтона. Чемпионат Северной Ирландии 2019 года. Третий раунд, 1-16 финала и третий фрейм. Как мы видим, допустил ошибку Стюарт на несложном красном шаре. У Ронни хорошая позиция для того, чтобы украсть этот фрейм. Остается уровень 2 красных. Простейших. Должен бы их разыграть, и Ронни, скорее всего, выйдет вперед по фреймам. Красивая серия забирает фрейм Ронни. Ну, как мы видим, в четвертом фрейме еще одна ошибка Стюарта. Примерно на столько же очках. Но эта позиция выглядит немножко сложнее предыдущей. Но после этих разыгровок позиция выглядит проще, но однако есть все равно еще два сложных красных бортовых.
Ну, до фреймбола должен бы дойти здесь. Ronnie 775 and the frame. One. Еще одна крупная серия выигрывает фрейм Рони. Счет 16-3-1. И также один фрейм нужно выиграть для победы, для выхода в четвертый раунд. В пятом фрейме опять идет атаку Кэррингтон. Посмотрим, сколько на этот раз он очков наберет. Что, будет делать подбой или выход? Вроде один красный есть. Но решил сделать подбой и вышел. 20. 21. Thank you. 27. Yellow ball. 27. У Кэррингтона даже результативность выше, чем у Рони, на 2%. Но, тем не менее, по фрейму проигрывает. Ошибка в отыгрыше позволяет начать атаку Рони. И это уже опасно, потому что позиция победная. Никаких замысловатых. Тут шаров не видно. Twenty-six. Так, ну на самом деле сейчас интересно, как же Рони разыграет три красных.
43, 44, 52, 60. Ну что ж, Ронни сыграл матчбол уже давно. 69. На сотню тут очков не 72. Хватит. Но матч выиграл. Три крупные серии. Отличное завершение матча. 87. Nice for frame.